турнира по настольному теннису здесь в Афинах. И мы сейчас с вами подключаемся к королю настольного тенниса Jan-Ove Waldnera. Вальднер против первой ракетки мира, но уступил более молодому своему коллеге Ван Хао. Ну а Сюн Мину, но имеет, наверное, пока еще имеет шанс собрать таким образом полную коллекцию наград в личном разряде у мужчин. Он был чемпионом олимпийским лучшим образом, что выиграв первую партию, две следующие он уступил. Но вот в игре постоянно как бы держать концентрацию он не может. Но Вальднер, еще раз повторюсь, 2-1 по сетам впереди Ван Личи. Все-таки, ну, сколько ни преклоняйся перед величием Вальднера, перед его заслугами, перед тем, что он здесь очень подошел действительно в, ну, наверное, в максимальной возможной для себя форме к этому турниру. Все-таки, наверное, и складывается современный настольный теннис. Очень обидная ошибка Вальднера на подаче. Ведя 7-5, 5 мячей подряд Вальднер проиграл. И проигрывает еще у Вальднера. Здесь же на трибунах находится и Карл Роль, и королева Швеции. Все они болеют за юного Вальднера. Все хотят раду, но это будет делать очень-очень сложно. Не самым лучшим бэкхендом. Это немножечко нехарактерный для китайских игроков настольный теннис фигурой. Ну, Вальднер, правда, двукратный чемпион мира. Думает какой-то такой однозначный выигрышный вариант против Личина. Надо искать некий. Достаточно целенаправленно, чаще заставляет делать это Вальднера. А Jan-Ove надо рисковать. 5-6 на подаче Вальднера. И по большому счету, прав никому из нынешних игроков современный настольный теннис. Ну, достаточно сказать, что главный тренер мужской. Куни вместе с всеми болельщиками и на какой-то отдельный VIP. Что ж, вот когда удается Вальднеру втянуть счет, сумел все-таки заставить китайца. 8-8 в четвертом сете. Как легко китаец перемещает игру, где Гуолян стал олимпийским чемпионом, еще не попал в Атланте, он выиграл. Не прощает. Такого окончания, к сожалению, не ожидал. Так ошибиться на подаче в такой момент. Немножечко грустно. Вполне возможно, что мы с вами видели последний в карьере матч короля настольного тенниса. Не знаю, мы будем, конечно, на нашем канале показывать еще этапы серии Pro Tour, если там будет играть Jan-Ove Waldner. С огромным удовольствием приглашаю.